девочка начинала снимать обзор вам. Если найду, покажу. Я покупала на Черную пятницу такую себе помощницу. Вот здесь нужно после каждой помывки. Так достается щеточка. Это сверху все очень легко одевается. Здесь бутылочка с водой и с чистящее средство добавляется. Здесь можно наматывать шнур. И здесь вот так легким нажатием, такая кнопочка, легким нажатием здесь фильтр, все промывается, снимается, все очень легко и просто. И также ставится все на место. Немножко громковато гудит, а вот так я очень довольна, я вам показывала как-то в каком-то видео, как я мыла комнату детскую, полы, пользуюсь уже несколько недель, пока я очень довольна. Вот, смотрите, переставляется здесь на твердый пол и мягкий. Можно тепихи чистить, чистил тепих. Тоже неплохо освежает тепих. Еще забыла сказать, моет сразу и сразу просушивает. Здесь вот кнопочка. Вот такая, если вы нажимаете, оно как пылесос работает. А если, вернее, если нажимаете, то вода, как бы с водой все моется. А если вы отпускаете, то пылесосится. Или наоборот, сейчас обманывать не буду. Ну, в общем, классно. Сразу можно вымыть и насухо пропылесосить. Затягивается вся вода, моет очень чисто. Ну, конечно, углы не совсем идеально все вымывается, но ничего, я прохожу вручную плинтуса и углы. В общем, я довольна пока. Купила вот такое вот классное белье серого цвета, антрацит. Это баумволь, то есть коттон. И я считаю, что абсолютно недорого. Надеюсь, будет качество хорошее. Еще не открывала. 9,99. Нормальный размер, 135 на 2. И наволочка 80 на 8, 100% картон. И вот с такими рюшами. Хотела давно, хотела белое. Но не совсем бюджетно стоит. Это Царгум смотрела, находила тоже. И покрывала на подобие такого. Очень давно уже хочу. Сейчас открою, покажу вам. Стирать на 40 градусов. Открыла. Но не совсем то качество, которое мне представляла. Но знаете, за 20 евро... полностью два набора постельных, две наволочки и два пододеяльника. Понятно, что я хотела. Главное, что коттон. И смотрите, как симпатично сделано. Так, это не та сторона, по-моему, да? Нет, нет. Очень интересно. Смотрите, такое ни разу не видела. Обычно здесь вот так вот на швах. Смотрите, на каком расстоянии замок где. И он очень хорошо спрятан. Спрятан, он не будет ни мешать, ни колоться, ничего. И его не видно. Просто классно. И также таким же образом сделано на наволочке. Сейчас вам покажу. Вот, смотрите, с этой стороны, да? Ну, неплохо. Но я думаю, что оно будет очень, конечно, мяться. Ну, сейчас запах немножко, по-моему, наверное, краски. Ну, сейчас закину в стирку. Постираю. Конечно, сейчас я в этот раз его не буду одевать. Покажу вам в следующий раз обязательно, как это будет выглядеть, когда буду менять постельное. Недавно я показывала, что ездила в Action. Купила вот такой вот таблет. Очень красиво он смотрится, мне нравится. И, как я вам говорила, вот смотрите, один в один. Ну, это, конечно же, хрусталь. Но главное, подходит. Подходит очень классно. Сейчас отрежу этикетку. И покажу вам все. Переставлю парфюмы. Стекляшка. Тоже, наверное, ее, конечно, отсюда уберу. Не смотрится. И я вам показывала. Здесь такая у нее ваза. Вот этот вот букет. А эти мне дарила мамулька. Такой вот букетик у меня стоит. Очень нежный. Я хочу их вместе поставить, чтобы побогаче смотрелось. Тоже я покупала в Теди. И хочу вместе сделать. Покажу вам, как это все будет потом выглядеть. Я показывала вам в закупках. Вот такое освещение купили в Альди за 20 евро. И здесь 1500 люмен. Муж привесил. Очень темно, темновато.
И выглядит не очень. Вот здесь вот между вот этой панелью и потолком вот такое вот расстояние. Здесь, ну, невозможно было, я не распечатывала там. А здесь как бы особо этого не видно тоже на фотографии. Понесу назад. И ездили теперь, мы смотрели в Поком, Оби и в Дуит Баумаркт. Купили. Хотели что-то такое шлейхт. Она, смотрите, меньше. Это люстра. Но здесь 2500 люм. 5 лет гарантия. Стоило немножко подороже. Стоило 36 евро. Это стоило 20 евро с Альди. Повезу назад. Посмотрим, как будет. Выбирали, просмотрели много чего. Ничего не понравилось. Хотела, чтобы было более-менее такое, как сказать. Ну, шлейхт и осветило хорошо. Покажу вам. Потом я не снимала, когда муж все это привешивал. Здесь написано было очень простой монтаж, очень легкий. И посмотрим, как это будет. Вот 4000. Шпарит, то есть экономит 80% энергии. 15 тысяч раз можно включать, выключать. Посмотрим. 2500, надеюсь, будет нам достаточно. И тоже белую раму взяли. Потому что серебристую не хотела, и черную тоже, потому что белый ко всему подходит, и более так нейтральная шлейф. Покажу вам потом, как это будет выглядеть. Кто это? Конинхин, очень красивый. Давай рисуй. Рисуй.